Москва-Баку сегодня. Коротко о главном. Сегодня в Азербайджане отмечается День вооруженных сил. Со дня основания азербайджанской армии, ставшей за последние годы сильнейшей на Южном Кавказе, исполняется 102 года. Вооруженные силы были созданы в дни Азербайджанской демократической республики, АДР. Так, 26 июня 1918 года была создана первая воинская часть, отдельный корпус, а позже, в этом же году, военное министерство. После прихода в Азербайджан большевиков в апреле 1920 года и свержения АДР национальная армия была упразднена. Спустя 71 год с восстановлением государственной независимости Азербайджана 5 сентября 1991 года было создано Министерство обороны. В 1998 году указом президента Азербайджана Гейдаром Алиевым день создания правительством АДР первой воинской части 26 июня утвержден как День вооруженных сил Азербайджанской республики. В 2013 году президент Азербайджана, верховный главнокомандующий вооруженными силами страны Ильхам Алиев принял решение о проведении реформы вооруженных сил, что позволило национальной армии Азербайджанской республики завоевать статус сильнейшей в Закавказье. Об этом свидетельствуют мировые рейтинги. Так, данный статус армия страны подтвердила в 2019 году, заняв в рейтинге глобальной огневой мощи Global Firepower первое место среди стран Закавказья и 52-е место в мировом порядке. Это из 137 стран. Для примера, Грузия заняла в списке 85-е место, а Армения – 96-е. В 2020 году Азербайджан занял 63-е место из 138 стран по огневой мощи, снова обойдя своих закавказских соседей. На вооружении азербайджанской армии состоит новейшая боевая техника из России, Турции, Израиля, Франции, Испании, Италии, ЮАР, Белоруссии и других стран. Со 102-й годовщиной вооруженной силы поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент страны Мехрибан Алиева. Главнокомандующий отметил, цитата: «Сила нашей армии заключается в вере и поддержке азербайджанского народа. Каждый азербайджанский солдат – это источник гордости нашего народа». Мехрибан Алиева на официальной странице в Инстаграм поздравила военнослужащих и ветеранов с Днем вооруженных сил, пожелав Азербайджану мира и благополучия. Азербайджан не допустит создания на своей земле второго армянского государства. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с военнослужащими после открытия Энской воинской части Министерства обороны в ходе визита в город Мингичевир. Президент Алиев, комментируя регулярные попытки армянской стороны представить принцип самоопределения как главный в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта, подчеркнул, что данный принцип не действует, потому что армянский народ уже самоопределился, у него есть армянское государство. Цитата. «Мы твердо стоим на своих позициях, связанных с конфликтом, и не отступим ни на шаг. Сейчас международные организации особо отмечают принцип территориальной целостности. Многие из выступавших на последнем саммите Восточного партнерства Европейского союза мировые лидеры внесли ясность в данный вопрос. Принцип территориальной целостности превалирует над принципом самоопределения народов. Пусть никто не сомневается в этом. Поэтому с точки зрения международного права, исторической справедливости, наша позиция совершенна». Глава азербайджанского государства подчеркнул, что сегодня на оккупированных территориях ведется политика их незаконного заселения. Цитата. «Мы поднимаем и будем поднимать этот вопрос во всех международных организациях. Незаконному заселению должен быть положен конец. Мы хотим, чтобы сопредседатели Минской группы уделили этому вопросу особое внимание. С тем, чтобы незаконное заселение было остановлено, потому что политика Армении заключается именно в этом. Они переименовали наши города сначала на территории нынешней Армении, а теперь в Нагорном Карабахе и прилегающих регионах. Они проложили там границы, уничтожили наше историческое прошлое, мечети, пытаются арменизировать наши исторические памятники и земли», – сказал Ильхам Алиев. Глава азербайджанского государства заверил, что рано или поздно территориальная целостность страны будет восстановлена. В Азербайджане продолжается ужесточение ограничительных мер на фоне несоблюдения гражданами и организациями в полной мере введенных карантинных требований. Так, решением премьер-министра страны ужесточено предоставление разрешений на выход на работу. В городах Баку, Сумгаит, Гянджаль, Лянкаран, Евлах, Масалы, Джалилабад и на территории Абширонского района в период по 5 июля количество сотрудников, которых организация можно привлекать к выходу на рабочее место, определено на уровне 30
и 50% для различных сфер. С сегодняшнего дня в автобусах по всей республике появятся контролеры, которые проследят за наличием медицинской маски у пассажиров. Накануне Бакинское транспортное агентство заявило, что автобусы не тронутся с места, если в них будет хоть один пассажир без маски. За нарушение требований физические лица будут оштрафованы на 50 манатов, это более 2000 рублей. Должностные лица на 100 манатов, порядка 4000 рублей. Юрлица на 200 манатов, это около 8000 рублей. Как сообщается, Министерство здравоохранения Азербайджана изучит опыт Италии в связи с коронавирусом. В частности, будет изучена практика выхода из карантина и восстановления деятельности различных сфер бизнеса. Тем временем продолжается возвращение азербайджанских граждан из России и российских граждан из Азербайджана. Накануне власти Дагестана организовали возвращение 364 граждан России из Азербайджана по спецкоридору. В Азербайджане тем временем за сутки выявлено 517 новых случаев инфицирования. Вылечились 305 человек, семеро скончались. Таким образом, за весь период пандемии на территории страны зафиксировано 15 369 случаев заболевания COVID-19. Вылечились 8364 человека, скончались 187. В настоящее время в больницах особого режима продолжают лечение 6818 человек. Между тем, в Армении число инфицированных превысило 23 тысячи человек. За сутки было выявлено 759 инфицированных коронавирусом. С начала пандемии в республике умерло 410 человек. В то же время в Грузии суточный прирост заболеваемости составил 2 человека. Там с начала пандемии коронавирусом заболело 919 граждан. В России число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом снизилось до 6800 человек. Суточный прирост числа заразившихся коронавирусом в России снизился до рекордно низких 1%. Всего в стране 620 794 инфицированных. Власти страны допускают, что при подобном сценарии снижения заболеваемости в июле возможно будет открыто международное авиасообщение. Оно было приостановлено в связи с пандемией. Компания «Азеркосмос» посредством спутника «Азерскай» зафиксировала регулярные поджоги, которые осуществляются на оккупированных территориях Азербайджанской республики. Так, «Азеркосмос» опубликовал снимки, на которых видно, что пожары были учинены в селе Гёярх и на приближенных территориях, находящихся в оккупированной части Тертерского района, вблизи линии соприкосновения в направлении армянских позиций. По данным анализа снимков, к настоящему времени площадь пожара в этом районе достигла 866 гектаров. Также сообщается, что с начала июня текущего года и по сей день наблюдались широкомасштабные пожары в десятках жилых пунктов. В результате территория распространения пожара охватила 2422 гектара. В настоящее время за указанными территориями продолжаются ежедневные мониторинги посредством «Азерскай». Министерство иностранных дел Азербайджана и ОАО «Азеркосмос» в связи с выявленными фактами поджогов распространили совместное заявление. Цитата. Армения продолжает незаконную деятельность на оккупированных территориях Азербайджана, в том числе совершает поджоги и другие действия, наносящие ущерб окружающей среде. Эта незаконная деятельность Армении направлена на продление и укрепление военной оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов Азербайджана, аннексии этих территорий и предотвращение возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома, говорится в заявлении. МИД Азербайджана подчеркивает, что данные спутника о систематических поджогах оккупированных земель Армении будут доведены до сведения мирового сообщества, а виновные обязательно понесут наказание. Азербайджанская хурма теперь поставляется в Евросоюз и арабские страны. О расширении географии экспорта хурмы сообщили накануне в Ассоциации производителей и экспортеров этого плода в республике. Уже в этом году сочные фрукты поступят в Словакию, Чехию и другие европейские страны. В мае первая партия хурмы была экспортирована в Объединенные Арабские Эмираты. В ассоциации отметили, что доход от экспорта составил 100 тысяч манатов. Это более 4 миллионов рублей. В ближайшее время ожидается поставка второй партии хурмы в Арабские Эмираты, которая должна осуществиться в конце июня. В ассоциации рассказали, что с мая 2020 года продажи хурмы на внутреннем рынке Азербайджана резко возросли. При этом цены остались на прежнем уровне. В конце весны продажи хурмы увеличились более чем в 2 раза относительно того же периода 2019 года. Тогда было продано 20 367 тонн хурмы.
Отметим, что в Азербайджане этот фрукт выращивается давно. Сельские жители регионов республики знают толк в его полезных свойствах. Хурму выращивают во многих регионах Азербайджана, но самую вкусную, бесспорно, в Балакенском районе. Здесь выращивается свыше 10 сортов хурмы. А на этом у меня все. Еще больше информации на портале moskvabaku.ru. И хороших вам новостей сегодня.